Привет, господа. Выдвигаюсь на барахолочку, и на улице такая пасмурная погода, что, если честно, даже не понимаю, правильно или неправильно, что я не одел кофту. 19 градусов, дует ветер. Остается только надеяться, что пока я доеду до Петровки, чтобы там не пошел дождь. Если он все-таки пойдет, тогда вы не увидите эту серию. Поэтому пока вы нальете чай, подпишитесь на телеграм-канал, ссылка на который в закрепленном комментарии, вы поймете, пошел дождь или нет. Опа, дяде Славе запишем прогул. Дядя Слава, привет, а я тебе уже хотел прогул записывать, смотрю, тебя нету. Не, братан, я на месте. Керамика старая под коралл. Дядя Слава прикупил. Сколько коштует? За 200. Ну давай я заберу. Будет первая покупка. Дядя Слава, и на рюкзаке написано Ukraine. А вот он, Олег, здравствуйте. Вы нам 200 гривен разобьете? По 100. Ну, он свободно там, все, смотри. Не, надо другу. Ух ты, а что это у тебя такое? А что это такое, Олег? Это браслет. А я смотрю, короче, не пойму. Понял. Пока я это, тут Мишка появился, там какой. Хороший. 200 гривен. Здравствуйте. На барахолке стали продавать такие ящики. Вот один умник какой-то продал, Юрий. Тысячами лучей, может, не то. Ну я купил за 180. А что ж там внутри в натуре? Интересно. Я сегодня его буду перепродавать. Вот еще такую штучку. Иконку. Юра, два? Да, два. Юра хитер. У него сразу тут даже проверка есть для 220 вентилятора. Вот это бизнесмена. Ну это иногда бывает такое, с собой возьму. Раз. Вот это красавчик. И все можно сразу проверить. Она ж... Это мало тянет. Она ж на полную мощность не будет тянуть не от будет. Этого. От... Это нормальный путь. Я там часто знаю. Я рад бы познакомиться. Давай, Андрей, я побежал. Ага. Удачи вам. Вам тоже. А почем эти сводчи? А будете в Харькове, пишите. Не могу сказать, подойдет. По часам не могу сказать. Побежал за чаем. Обратно будете идти, вон здесь. Хорошо. Он это 500 гривен. А, так они еще то идут, то нет? Да, я заводил они. Нет, я только вот вы отошли, типа я попробовал, вот и они блин идут. Ну я что же пробовал. 400 не пойдет? Давайте, прошу. О, ножик хороший. 250. У меня такой ножик есть, я еще это с Марика привез такой. Хороший ножик, заклепочки его. Ручка костяная вроде. Теоретически должна быть, да, но тут надо проверять. Здесь, похоже, не знаю, надо разбираться. На $90 я нашел. А ну покажите часы. 500. И часы за 500 гривен, да? Ну, состояние хорошее. Да, такие штуки, когда в хорошем состоянии, я покупаю, их берут на eBay. 20 гривен. Ну, да, 20-30 гривен можно здесь покупать такие.
Ты за 20 взял, да? Да. Нормально. Что-то сегодня мне с часами не особо фартит. А сколько стоит? 180. Ну, 2 циферблата. Ладно, подумаю. Какие-то штукенцы. Золотишко нема. А хотелось бы. Хороший футболист. Бери. Бери. Да бери, бери. Да бери ты. Да бери ты, продай. Да бери ты. А сколько стоит туда этот брелок? 20. А 10? 10 нету такого. А за 30. Ну 15, ладно. А может за 10, вам, а за 30. 15 пойдет? На нож мил. С мужем в кровать, говорит, за 15 не пойду. Ну тогда надо дать 20. Палку взял. Хорошая, хорошая. Смотри, еще можно, короче, на телефон подключить и вытаскиваешь из кармана включать камеру. А сколько стоит? 100 гривен. Да? Ну я потом приду гляну, по пути не готов принимать такие решения. А тут... Опа. А сколько такой лучик стоит? 500 гривен. 500 гривен? А? Хороший лучик. Хороший. А что батарейку не вставили? Родное, как было, так не встало. Батарейку даже не вставили. Как не вставили? Это ж кварцевый. Кварцевый, да. Ну вот как купить за 500 гривен, непонятно, идут они или нет. А то не купить. Ясно. Будем думать сейчас. Добро дело ваше. А вот было бы здорово. А вот это почем? Завозим только так. Эти стоят 600 с мелочью. А второй части ребешка нету? Чего нема, другого нема. А сколько стоит такое? 180. Ого. 180 гривен. Но это, наверное, дороговато. Но новая в упаковке. Тоже 80 гривен, да? Ну, это тоже, это ты повыручал, кстати. А вот эта вот штука прикольная. Это 30. Game Boy с картриджем. Вот работает, не работает. Вот это надо смотреть на eBay. Вот это прикольная штука. Что, включается? Выбрали батарею. Она работает. Занял. 50 гривен. Ну, это уже мы видели. А вот это... Не пхила какая-то. Нормально. Ирма, рояль. Ясно. Рояль прям. Это просто на медали шведы чистая. Пять тысяч, да? Пять гривен. Нормально. Вы записываете? Обязательно, чтобы знать. Я же вы знаю. Чтобы знать потом, за сколько купил. Потом выставляете в интернет. Все. Люди начинают собираться. Все-таки ливанулся дождик. Все-таки пошел.
Дядя Юра, видишь, тебя нету, есть смена. А почем смена? А, дорогая. $20 всего, да? Нормально. Что, взять проверить, урановая чи нет? Похоже. Ты шо? Интересно, он рабочий чи не рабочий? Бегаль тут, стреляет. А сколько стоит такая штука? Мне показать, урановая или не урановая, потому что оно тут коцнутое, я не заметил. Придется его оставить вот здесь. Кому-то подойдет. Буквально отошел несколько шагов от туда, куда поставил вазочку от парапета. Вазочку сразу раз и забрали, продадут дальше. Хожу и думаю, что ж Юра купил в той коробке. Говорю, Юрчик, давай вскроем, пока не хочет. Может, сейчас уговорю его вскрыть ту коробку. И малька, что ли? А сколько стоит? Сейчас узнаем. Вот это только марок он говорил. Сканька. Смотрю, нету этого. $50. Блин, чё ж она битая, а? По дереву токарный, да? А сколько стоит? 7 тысяч. 7 тысяч. С мотором? Мотор подберем. Гасит ручку. Блин, ящик. Ну что, вскрываем? Давайте сделаем так, вот мы вскроем. Все, что тут есть, короче, кому что надо, может приходить и забирать здесь у Юрчика. Ну, один человек, одну какую-то штуку. Давай на следующей неделе, сейчас... Так правильно, на следующую. Это видео выйдет через какое-то время. Я тебе скажу, когда это будет. Я думал, наоборот. Не, давай откроем. Сейчас открывать? Открывать сейчас будем. Или не? Не, я думал, вот открыть как раз, чтобы подписчики подходили. Не то, что там, а сразу, чтобы было бы, блин, было бы прикольно. Так сразу не будет. Нет? Это прямой эфир, а качество плохое. Да. Не знаю. 1000 мелочей, может не 1000, 200 гривен. Это вот один продавец замутил, блин. Я купил за 180 его. А я беру за 200. Я 20 гривен наварил уже. Короче, друзья, я этот бокс купил за 200 гривен. Я его также оставляю здесь у Юры. Вот когда вы посмотрите это видео вы посмотрите в пятницу. Приходите в субботу к 12 часам дня. И мы здесь у Юры вскроем это. И все, что там будет, можно... Ну, каждый что-то может забрать одно. Кому что надо. Ну, в одни руки один предмет. Так что, ну, будем, конечно, снимать, что там внутри. Приходите. Что-то там много, много чего-то всего, ну непонятно. Извини. Мы сами не знаем. Вот пока передаю его Юре. На сохран. Сюда вот. На сохран. Да, так что ждите, друзья. В одни руки один предмет. Есть одни руки Юрины, одни руки мои. Ну и кто придет. Так что будем вскрывать. Никто до этого открывать его смотреть не будет. Поэтому... $50. Тебе не надо? Нет. Рыбак, да. Там у него переставляется удочка в одну руку, в другую. Ну, вот удочка вынимается, ставится выше. Вот такую бы до скости. Вилки, бувилки, он все. Ну, а что стоит? Ну, двушку за них хочу, но не найдутся. Двушечку, это нормальная цена. Угу. 2000 гривен? Ну да, ну это, ну, вот если разбирается человек, блядь, все это одно. Мне еще, знаешь сколько, лет 7 назад были.
тоже номер, они пронумерованы всю там их 17-25. Угу. Да. 17-25, это же эта модель. А тут она 313. Тоже. Нормально. Ну да. А в проданных? Да не, ну это же это скриншот, да. Ну ты это что такое? Это рояль вон. Пойду я сейчас, наверное, померяю очки, посмотрю, как они. Сделаю ему предложение максимальное в $50. Отдаст, отдаст, не отдаст, не отдаст. Ага, посмотрю, 219. Алло. 169. Сейчас посмотрим в проданных. 136. 136 есть в проданных. 77. Такие самые? Да. Короче, 1000 гривен предложу. Да, да, нет, нет. Смотри. 143 новые, видишь? Смотрим дальше. Видишь? 65. Ну это вообще другая форма, это другие. Это не такие, такие классики, эти у тебя вообще совсем другие. У тебя вот это, ты убей, они ж формы разные. Вот это и это не такая форма. У тебя, ну, совсем другая форма. Такие вот, ну, которые найти, они нормально стоят денежки. Короче, здесь куда? Ну, за что? Какую еще бабки, чем вот этот? Да нет, за сколько они улетят? Все за сколько возьмешь? 1,5 нормально. Сейчас OLX набираем, смотрим. Да зачем мне эти OLX? Да, $50 забирают. $50 это нормально. За $50 такие котлы никогда не поймаются. Нет, 1000 гривен есть. Да нет, за 1000 я не дам. $50 это минимально. Ну, а есть тряпочка вытереть их? Нет, тряпочка. Там же должен быть оригинальный чехол. Да нет, чехла нет. Мне прислали с Америки. Ну ладно, уже начинается. 1000 и в чехольчик. 1200, я не ваш. Да нормальная цена, я говорю, довольно будет. Ты видишь, что это штука. Нет, 1200. Штука есть. Поймаете еще. Пусть продается. 1200 дорого. Кабинет водия. Ничего я не нарушаю, все хорошо. Никаких штрафов. Просто машина не на меня оформлена, блин. Надо дома проверить, чтобы жена вошла. Пойду, короче, и куплю, если отдаст за $50. Он уже отдает их дешевле, а я их еще не забрал. Получается, пробалаболил, да? Сам себя надурил. Ладно, сейчас подождем, может отдаст за косарь. Если за косарь не отдаст, тогда заберу. Уже все равно дешевле, 1200 гривен. Ну, походим пока. 20 гривен. Не, это кепка. Речь флот, нифига себе. Проверим. О, то была голубая куртка, а теперь будет голубая бейсболка. А потом станет голубой Олег. Не дай боже, да? Вставать, торговать. А, ты торговать будешь? Да давай торгуй. Он 10 раз собирается, 10 раз торгует, блин. Пойдет, походит, подкупит, потом попродает. Вот это энергия у человека, да? Ладно, сейчас посмотрим часики. Там вот хорошие часики сегодня ухватил. Их надо только чуть-чуть подремонтировать. Но часики жирные. Вот они. А можно без этого? Кульечек? Да. Это полет, этот, амфибия. Полет. Вот здесь стеклышко надо поменять. Корпус хороший. Это что за фигня? Вот это, кстати, не знаю, чувак сказал, подошел, так, говорит, а может, голову, можно сполировать? Не, говорит, а что нету типа закрутки? Я тоже, кстати, водонепроницаемые. Не понял, что нету закрутки. Стрелки там есть. Да, ну, если до ума довести, за $200 на eBay можно продать. Когда я купил за 20 гривен, вообще секс.
просто секс, да? Пишите в комментариях. Зачетная у Олега сегодня покупочка. Вот, глянь, Олег, можешь накупить себе телефонов, короче, кучу, и открыть мастерскую по телефонам. По экстерным. По винтажным. Раз, типа, что не очень доволен, что купил. А, и ты это... тоже видел, что он продает такие боксы, да? Да, это третий. Ну, этот бокс, друзья, мы завтра открываем, в субботу, так что в 12 часов дня не забудьте. Сколько стоит? 253. Разобранный. А зачем он тебе? Да не, он разобранный, зачем он? Если все, то по 60. Если одна, то 75. В идеальном состоянии. Отдайте, пожалуйста, вот эту шкатулочку посмотреть, а? Да. Сколько она коштует? 750. Слишком короткая. Хорошая шкатулочка. Фит Доскина. Нормально, в принципе. 750 гривен. Это, блин. Думали, переноска для котов. Simmons. Ну, еще 10. Что ж это такое, а? Смотришь, вроде все. А там какие-то часики. Ну, на этот раз хороших. Коробочки. Не, ничего, к сожалению, хорошего. Да, какая игра. Эрудит. А сколько стоит? На пляже хорошо играть. А фишки все? Проверял. Да, вот эти с доской, да? 2500. Хорошая доска. А эти 1500, да, без доски? На, Юра, он молоток купил и говорит, давай что-нибудь жахнем, на рельсу положим и жахнем. А нету ничего жахнуть. Часы Олега предлагали полет жахнуть, так не хочет. Ты что, хочешь разбить какие-то часы? Да не, я так. Вот, блин, сколько такие стоят? А? Не. Вот злодей, нашел игрушку и раздербанил ее. Я испытал его. Что это такое за коробочка? А вам коробочка нужна? У меня коробочек немного. Я думал, в коробочке что-то там. Шкатулочка. Целлюлоид. Да, целлюлоид. Буду ждать. Ничего, да? Что за очки, фигня? Ты шо, а? Ля тут стоит. Бигборд какой. Страхование от коронавирусу. Отсюда стань. Да. Без накладок.
какие-то картины стоят под забором, блин. Он следующий базар их продаст за 800. Пока. Давай. Как раз, друзья, досиделся до самого момента, как начался дождь. Сейчас пока до парковки дойду, вымокну. Не супер улов, конечно, но для воскресенья, да, для такого полудождливого, в принципе, очень даже ничего. Видите, как все вовремя, да, господа? Главное, как говорится, вовремя свалить. Успел. А там у людей мокнет товар. Вот это ливанул. Почти подъехал домой. Сейчас будем смотреть, что купил. И хочу показать, что вот на Троещине. Пока только тучи, никакого дождя. Вот так бывает в Киеве, господа. В одном месте идет дождь, в одном районе, в другом районе не идет. Хорошо, прохладно, никакого дождя. Поэтому пойду сейчас для вас запишу конец видео. Друзья, ну а посмотреть-то особо нечего. Вот он брелок футбольный. Турнир между какими-то футбольными командами 1986 года. Если знаете, между какими, напишите. Я так просто подозреваю, что я его продам долларов за 20. Но не мог я пропустить такой брелок мимо просто. Бусы керамика. Похожие на коралл, да? Но это не коралл, это керамика. Тоже купил ради интереса, так сказать, у дяди Славы. У меня уже есть пара таких бус, но я еще ни разу не пробовал их продать на eBay. Попробую, продам, потом расскажу, имеет смысл покупать такие или нет. Выручил, так сказать, дядю Славу. Вот такие бусики. Единственная покупка, которую могу оценить, это в хорошем состоянии такие часы молния с волками продаются за $50. На эту сумму буду в принципе и рассчитывать. Но эта молния, она в отличном состоянии. У них обычно чуть желтый циферблат от старости. Здесь состояние просто пушечка. $50 продам точно. Если ты до сих пор не подписался на канал, а смотришь его давно, и у тебя кнопка подписаться горит красным, нажми ее и выбери верхний колокольчик, чтобы она наконец-то стала серой. А мы узнаем, сколько по факту подписчиков, потому что смотрит гораздо много, а подписано очень мало. Будем идти к следующей кнопке. Надо же пополнять коллекцию, господа. Самое интересное, что купили сегодня на барахолке, это сюрприз бокс, да, который мы откроем с Юрчиком завтра. Это там один мужик продает такие сюрприз боксы. Посмотрим, что там, мы не проверяли. Так что, кто в Киеве, подтягивайтесь, 12 часов, откроем у Юрчика там на столе. Значит, в одни руки что-то одно. То есть мои руки возьмут что-то одно, Юрины руки возьмут что-то одно, и вы, кто придете, возьмет что-то одно в одни руки. Мы не знаем, что там, как там, без понятия. Но если там что-то интересное, его коробки на барахолке потом будут пользоваться популярностью. Ладно, друзья. Не забывайте подписываться и писать комментарии. Буду вам об этом говорить постоянно.
Уж очень хочется уже золотую кнопку. Пополнить коллекцию. По-другому-то никак. И до следующей барахолочки. Пока.